Жители поселка Красноармейск пытаются добиться от местных властей строительства детского сада. Каждый год они обращаются в местную и городскую администрацию. Пока безрезультатно. Дошкольное учреждение здесь закрыли 15 лет назад. И с тех пор эту проблему озвучили не раз. Подробности в нашем следующем сюжете. Многодетная мать Анжела Джапарова в декрете уже 10-й год. Недавно бывшей сотруднице республиканской газеты пришлось уволиться. Дорога до издательства через весь город. Вот и получается, что работа отнимала бы практически весь день. Но женщине не с кем оставить младших детей. В поселке с населением почти 4000 человек нет ни одного садика. Я в городе я никак в садик не попаду, если не дадут. Не дам, конечно, им денег. А здесь нету садика. А его очередь наступит только в следующем году, когда мне надо будет. Его уже в школу отправили. Я впервые вижу поселок, у которого нет садика. Последний раз детский сад здесь работал 15 лет назад. Вот это здание – подарок бывшего директора местной птицефабрики. Позже его передали в собственность школы. Здесь до сих пор учатся младшеклассники, хотя родители уверяют – здание в аварийном состоянии. В нашу школу не помещались дети, так как семендерских детей некуда было деть. И сюда ходят наши дети до 7 класса. И вы сами представьте, нету ни забора, ни ограждений, ни одного цветка, ни одной клумбы. Стекла, посмотрите, пожалуйста, в каком состоянии. А то, что там внутри этой школы творится, я вообще молчу. Антисанитария, садик, я не знаю, где туалет, где находится у нас вообще этот санузел. А садик вообще его не строить, не делать никто не собирается. Все наши попытки писать, говорить уходят, я не знаю куда. Местные власти объясняют, деньги на строительство садика должна выделять городская администрация. Поселок относится к Кировскому району Махачкалы. Мы ждем, надеемся. Все наши дети уже сколько лет здесь мы живем, из года в год. Численность растет, население растет. Молодое поколение увеличивается, дети рождаются. И все вот эти наши дети, они ездят в город, нанимают транспорт, платят сами родители каждый и вывозят детей в город, городские эти сады. Всего, по официальным данным, в поселке около 1000 малышей дошкольного возраста. Те, у кого есть возможность, каждое утро отвозят детей в город. При этом вопрос о строительстве по-прежнему открыт. Комментировать обращение людей городские власти не спешат, поэтому непонятно, увидят ли жители Красноармейска собственный детсад. Написат Чемхалова, Руслан Салихов. Время новостей.